Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики канала Apple Never. Сегодня попробуем сыграть два бага в игре Granny версия 1.2. Но для начала мы, разумеется, просто положим нашу доску. И сейчас нам надо погибнуть. Сейчас объясню, зачем. Многие из вас, наверное, подумают, что это идиотизм так погибать. Но сейчас я вам объясню, почему нет. Весь прикол в том, что у нас сейчас бабушка была забагана. А сейчас она нам уже нужна живая. Для того, чтобы попробовать этот баг. Мне очень интересно, получится он у нас или же нет. И я очень, конечно, надеюсь, что у нас все пройдет гораздо удачнее, чем прошлые баги, которые я пытался придумать в этой игре. Но, к сожалению, не всегда были удачными. И я все-таки надеюсь на то, что эти баги, по крайней мере, один из них будет, правда, очень полезен и очень интересен. Сейчас мы ждем, пока придет наша бабушка. Где наша бабушка, ребят? Кто-нибудь ее видит? Кто-нибудь знает, где она у нас сейчас гуляет? Мы дропаем опять вазу. Она не упала, тогда еще раз. Наша главная задача сейчас слиться, потому что нам будет просто не уйти нормально наверх. Ну и дальше мы посмотрим, что будет. И прокатит ли у нас этот баг. Надеюсь, что, конечно же, он у нас прокатит. Все будет просто и просто отлично. Так, начинаем сходить с ума. Мы немножко сходим с ума. Ну да, она нас кикнула. Это нам сейчас на пользу. Пожалуйста, простите, ребят, за рекламу. Из-за того, что она у нас сейчас так резко, я ее быстренько уберу. Прошу из-за этого не уходить с видео и ничего не ставить, не дизлайк. Ну, а мы сейчас будем пробовать первый наш баг. Как я уже показывала, нам нужен молоток. Отколотить одну доску. Не положить туда. Так, бабульки наши нету, капканов нигде тоже. Поэтому, возможно, все будет удачно. Сейчас самое главное, это аккуратно пройти. Давай. Есть. Сейчас нам нужна вот эта вот вазочка. И, соответственно, мы должны ее вот тут вот дропнуть. У нас, как обычно, все закрылось. Это, в принципе, нам сейчас на пользу пойдет. Так, еще раз все дропаем и ждем уже нашу бабульку. Ждем. Ждуны мы, ребят. Ну и где же наша дорогая бабушка? Бабушка по имени Гренни. А вон она у нас. Так, она пошла туда. Сейчас мы будем смотреть, что она там будет делать. Что? Как она через доски? Я не понял, ребят, как она пришла через доски. Но она нас пока не видит. Сейчас мы привлечем ее внимание. Стоп, что? Она зашла. Прячемся. В принципе, я думаю, если бы я третий раз не дропал вазу, то, может быть, бы и сработало. Потом обязательно проверьте, ребята, напишите в комментариях, что у вас из этого вышло. Что-то хорошее или что-то нехорошее. Ну, сейчас мы попробуем еще один баг. Это уж моя прям последняя надежда. Во-первых, мы глянем, как она вымыла эти доски несчастные. Я думаю, что, скорее всего, она просто через них прошла. Нет, она их как бы выбила. Мы сейчас попробуем еще баг с сундуком. Он обычно редко, когда срабатывает так, как надо. Но я их всего лишь пробовала вот 3 раза. Два он сработал раза, на третий немножко меня подвел. Сейчас посмотрим, что у нас будет на этот раз. Смотрим, вот пришла наша бабуленька, влезаем. Все как в обычном, ну, все как с кроватью. Так, вот видите, мы мертвы, но мы живы. И теперь мы вылезаем. Залезаем. И потом мы сейчас упасть должны. Ну, типа мы погибли. Мы вот так сейчас упадем. Сейчас еще так немножко сделаем на всякий случай. Чтобы точно все получилось. Все, мы падаем и нажимаем вот сюда. Залазим, вылезаем. И теперь мы должны присесть. Встать. Ну, еще раз можно даже залезть в сундук. И теперь мы просто джойстиком поведем. И спокойненько сможем пойти, как вы видите. Но, к сожалению, мы тут не можем особо ничего трогать, только залезать куда-то. Согласитесь, баг очень и очень нереально крутой.
потому что она тупо застыла, а мы так можем спокойненько, допустим, это сделать, когда нам осталось только совсем немножко, чтобы пройти эту игру, ребят. Сами понимаете все. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Если вы уже знали об этом баге или он оказался вам не полезным, тогда ставьте дизлайк. Я люблю все ваши комментарии, все ваше мнение. Оно помогает мне в любом случае становиться лучше на Ютубе и развиваться. Сейчас мы пойдем посмотрим, что мы можем все-таки нормально делать. Можем, как видите, ходить. Этот баг потом еще надо будет доработать. Вот мы не можем открывать двери, поэтому перед тем, как делать этот баг, лучше всего открыть все двери в доме, чтобы могли спокойно там ходить везде. Но этот баг все-таки больше такой для новичков, чтобы они тупо могли осмотреть это здание. Потому что этот баг, конечно, сложнее делается. Но я думаю, что игру мы сможем проходить, потому что мы тут можем взаимодействовать с предметами, это не может не радовать. Но мы не можем, к сожалению, поворачиваться. Это совершенно немножко, да, обидно, если честно, ребят. Ну, мы можем вот повсюду прямо лазить. Короче, баг очень полезный, если вы хотите просто узнать, что поменялось. Подпишись на канал. Всем привет, ты же ведь крутой пацан. Может, девушка, не знаю, но ты крут, я отвечаю. Лайк поставишь, будешь сильным, непобедимым, красивым. Поделишься, будешь крут.